болею и сейчас тоже немножко это не до конца еще выздоровел, так сказать. Так чего же ты боишься-то, мужик? Ты какой боязненный молодой человек. Или над ним, даже не знаю. Бля, чел, ты в опа не стоишь, ты стреляешь по мопеду. Окей, если ты не убиваешь, то ты труп. Хотя, с одной стороны... Так, шотик есть? Мэн, мужчина. Это МКшечка с глушителем, ребят, если что. У него ж там зона есть, да, еще? What the fuck, man? How are you doing? Где ты, Фокс? Пропадущий, да я болею, блин. Меня два дня просто капец как ломило. Ну это же ошибка, мужик, ну ты чего? Какая флешка? Ты ж ни разу не попал по мне. По мне кто-то стреляет или нет? Да, один играешь. Это очень долгая история. Куда мы собрались? Ну это смерть. На Одре. Сгорел. В принципе, наверное, лучше фраг сделать, да? Я вернусь потом за дропом. Потому что чел сейчас отсюда будет выходить. Для меня это изи должно быть, по идее. Ведь так? Он же отсюда пойдет. Блять, ну ты, чел, ты вообще...
Поехали за дропом. Я думал, тут что-то лучше будет. Да, ну у меня тут должен быть чел. Этот, который, помните, бежал? Ну он такой, типа, хлюпик. И я должен его убивать, по идее. И он где-то либо в однушке сидит, либо тут на втором. Одно из двух. Но он точно крысит сидит. Так, однушки сейчас быстренько проверю. Да, он у меня. Здорово, мужик. Не топал бы, не спалился. Я бы даже не понял, что он тут. Но когда подъехал, он топнул. Сливаюсь под конец. Сливаюсь под конец просто потому, что пушу раз у всех. И находится чел, который тебя в бочину убивает. По КД. Но этого надо сжечь, наверное, типа. А у него еще и P90, ребят. Вы понимаете, что этот чел меня сейчас убивает? Да нихуя. Сука. Я какой смкаский дурак. Так, у меня сверху чел еще. Сука. Я ему так в голову залепил, чел, смачно просто, вот отсюда откуда-то. Надо мне сейчас этого убить, типа. Который мне помог. Сорян, бро, но... На этом, как бы... Блять. А, он убил моего, я понял. Он убил этого типа, который тут был. What the hell просто. Ну у того зона как бы есть тоже, по идее. А у этого зоны нет. И мы сейчас на меня идти. Все, один в один, получается, остались. И у него зоны ни хрена там нет. Камень тоже не в зоне, если что. Наверное, он решит от синьки сдохнуть. Ну вот так вот как-то получилось. Нормальная каточка, да? Вроде бы.